еще не помнить. Но приходится ее помнить. Даже не знаю, надо ли ее помнить. Обычно ветераны, они не хотят ее помнить. Но от нее никуда не деться. Находишь запчасть, ну, допустим, тот же пулемет, не хватает запчастей там на него, там он, ну, в таком уже плохом состоянии. Вот добавляешь, делаешь так, чтобы похоже это было что-то вот на экспонат. И, конечно, интерес это, чтобы это люди видели. Чтобы не было войны. Надо помнить прошедшую войну.